приехали, сейчас посмотреть, как оборудование, рабилизатировочные заводы МЕКА работает. В этом заводе МЕКА мы купили 7 бетонных заводов. И они успешно работают в разных частях страны. Чтобы обеспечить качественную работу кладки асфальта, нельзя обеспечить без дубовидную щепь. Поэтому мы приехали сюда посмотреть, как это оборудование работает. И хотим приобрести оборудование, центробежный дробильный сортировочное оборудование для производства дубовидной щепки и для производства песка из щепки. Вот сегодня с турецкими коллегами познакомились, они с удовольствием нам показали, как это оборудование работает. Вот теперь у нас сегодня 9-й день на территории Турции, объехали мы почти 2,5 километра, сегодня завершающий день. И посмотрели, очень успешно работает.